И сегодня к нам на обзор поступил новый проект, на котором можно заработать приличные деньги, ничего не делая. Так, называется проект Coin Farm. Это экономическая игра с выводом реальных денег. Изначально сайт будет на английском. Здесь можно выбрать язык. Зарабатываем мы здесь на том, что покупаем различных птичек. Они несут нам яйца, мы эти яйца на складе собираем и продаем их. И за это получаем золото. Ну а золото потом выводим в реальные деньги. Здесь видим, регистрируйтесь прямо сейчас и получите зеленую птицу, а также плюс 300 золотых монет в подарок. То есть после регистрации мы в подарок получаем первую зеленую птичку, которая сразу же начинает приносить нам яйца, а также получаем еще 300 золотых монет. И это очень круто. Чтобы зарегистрироваться, нажимаем вот сюда. Заполняем эти поля. Также видим, можно выбрать, в какой валюте мы хотим зарабатывать. В долларах или в евро. Выбираем страну, ставим галочку, нажимаем зарегистрироваться. После этого заходим в личный кабинет. Вот так очень красиво выглядит наш личный кабинет. Заходим в раздел склад. И видим, как и обещали, нам в подарок дали зеленую птичку, которая сразу начала свою работу. Мы просто собираем эти яйца. И в разделе «Торговая лавка» продаем собранные яйца. После продажи выручка у нас распределяется между этими двумя балансами. 70% идет на баланс для покупок, а 30% идет на баланс для вывода. Да, именно с этого баланса мы отсюда и будем выводить деньги. Просто посмотрите, вывести можно на любой популярный кошелек и не только. И самое крутое, здесь можно зарабатывать деньги абсолютно без вложений. И на вывод нету никаких заглушек. По типу, чтобы отсюда вывести деньги, нужно пополнить баланс. Нет, такой ерунды здесь нету. Просто вводим номер выбранного кошелька, вводим сумму в слитках, то есть именно ту сумму, которая есть у нас на балансе для вывода, и все, нажимаем заказать выплату. И деньги сразу же в автоматическом режиме приходят на наш кошелек. В следующем ролике я, конечно же, покажу вам, как я отсюда буду заказывать свою первую выплату. Поэтому, чтобы не упустить этот классный ролик, нажмите на колокольчик. Видим, также, как и обещали, нам в подарок еще дали 320 монет. За эти деньги мы можем купить еще несколько зеленых птичек. Нажимаем купить. На балансе осталось 200 монет. Покупаем еще одну зеленую птицу. И за оставшиеся у нас на балансе 80 монет покупаем двух первых бежевых птичек. Все, успешно купили. В наличии уже 5 птичек. Теперь снова заходим в раздел склад. Теперь здесь мы будем зарабатывать чуть больше. Чем больше у нас птичек, тем больше будет наш заработок. Также для любителей заработка денег без вложений здесь есть раздел «Ежедневный бонус», где каждые 2 часа мы можем бесплатно получать монеты на баланс для покупок. Нажимаем «Получить бонус» и видим, я получил деньги на свой баланс для покупок. И за эти деньги я смогу купить еще 2 первых птичек, и это очень круто. Все, уже в наличии 7 птиц. Но, конечно же, они будут приносить очень мало денег. И чтобы здесь зарабатывать нормальные деньги, мы можем пополнить баланс и купить еще много птичек. Тем более здесь сейчас действуют бонусные акции на пополнение от 10 долларов. Ну а мы же для начала пополним баланс на 1 доллар. За это мы получим 8715 золотых монет на баланс для покупок. Здесь мы нажимаем «Оплатить» и выбираем нужный кошелек. Далее нас сразу же перекидывают на Payeer кошелек. И если у вас деньги на рублевом балансе, можно сразу рублями и оплатить. Но я же это сделаю через долларовый баланс. Подтвердить? Все, просто шикарно, мы оплатили, и нас сразу же перекинуло обратно в эту шикарную игру. Видим на балансе 8731 монет. Возвращаемся в раздел «Купить птиц» и смотрим, какую же из них мы сможем купить за эти деньги. Вот эта красивая коричневая птичка стоит 6000 монет. Сейчас действуют скидки, а без скидок ее стоимость была бы 7500 монет. Нажимаем «Купить». Все, успешно купили. На балансе у нас еще осталось 2731 монет. За эти деньги мы сможем купить 2 желтых птичек. Успешная покупка. Покупаем еще 2 зеленые птички, а также 3 бежевых птичек. Теперь у нас 15 птичек, и как же это круто. И видим, коричневая птичка уже принесла нам 12 яиц. Да, чем больше птичка стоит, тем больше и быстрее она будет приносить нам яйца. И это очень круто. И как я показывал, здесь собираем яйца и в разделе «Торговая лавка» продаем. 100 яиц – это 1 золото. Вот таким очень простым способом, ничего не делая, зарабатываем здесь очень хорошие деньги в долларах. Кому этот шикарный проект Coin Farm понравился, ссылка будет в описании. Просто не пропустите второе видео о данном шикарном проекте.